Всем бодрого настроения! Сегодня про защищенный планшет от бренда AGM, модель P2 Active. По факту сам планшет тут является собой копию Pad P2, о котором я рассказывал буквально пару недель назад. Разница минимальна, но теперь он упакован в мощный противоударный чехол с поворотным кольцом на тыльной стороне, которое вы можете использовать как для удержания планшета, так и в качестве подставки, и плечевым ремнем для переноски. Начнем с цены. Сегодня, 17 июня, на AliExpress стартует распродажа в честь дня рождения маркетплейса. Производитель обещает ценник 18 500 за данную модель, в то время как обычный Pad P2 отдавать будут за 14 500. Стоит ли дополнительный аксессуар 4000, тут уже каждый сам решает для себя. Чехол состоит из трех частей: пластиковой рамки на лицевой стороне, фиксирующей планшет внутри чехла, далее съемная резиновая накладка, под ней толстое пластиковое основание, на котором закреплено поворотное кольцо. Качество исполнения чехла отличное. Планшет внутри сидит как влитой, без люфтов, и в собранном виде вся эта конструкция является собой единое монументальное целое. Кнопки все продублированы, имеется большая резиновая заглушка для доступа к разъемам, предусмотрены крепления для плечевого ремня и так далее. Единственное, что для установки сим-карт и флешки планшет придется вынимать. Естественно, вся эта защита влияет на вес. И если без чехла планшет весит 600 грамм, то в нем уже более 1 килограмма, поэтому кольцо и ремень для переноски тут как нельзя кстати. Внешне P2 и P2W, а именно такую маркировку имеет актив на корпусе, практически идентичны, различий немного. Конструктивное отличие, которое первым бросается в глаза, это заглушки на разъемах у P2 Active. Планшет, в отличие от своего прототипа, получил влагозащиту уровня IP68-69K. Корпус Active немного толще за счет увеличенного аккумулятора, тут 8000 мАч, в то время как у Pad 2 7850. Различие минимальное, особой разницы при использовании в автономности нет. PS-Mark Test на частоте обновления в 90 Гц и максимальной яркости выдал 5,5 часов экранного времени. Час просмотра роликов на YouTube у P2 Active расходует 18% заряда, а час игры в Brawl Stars минус 21. Все это опять же на максимальной яркости дисплея. Скорость зарядки осталась также на прежнем уровне. В комплекте блок питания на 20 Вт, которым от 0 до сотни планшет заряжается примерно за 2,5 часа. Дисплеи идентичны со всеми плюсами и минусами. 11 дюймов, IPS 1920 на 1080 пикселей с частотой обновления до 90 Гц. Как и в прошлой модели, производитель обещает пиковую яркость до 480 нит, но как и в прошлой модели, я тут более 380 не увидел. И в данном случае это большой минус, потому что для дома этой яркости достаточно. Но защищенный планшет подразумевает собой использование на открытых площадках, там где производство, строительство, активный отдых и все это под солнцем. Такой пиковой яркости, конечно, будет недостаточно. Плюс, опять же, нет защитной пленки на дисплее сразу с завода. Для защищенного планшета это плохо. Нужно будет обязательно докупать универсальную и заниматься поклейкой. Еще один неприятный момент, который перекочевал в новинку, это отсутствие в шторке быстрых команд функции включения автоматической регулировки яркости. Она есть у планшета, но активировать ее или выключить можно только в соответствующем разделе настроек, что неудобно. Я такую петрушку только у AGM встречаю. По производительности планшеты тоже идентичны. Все тот же Helio G99 6 нанометров, набирающий 400 с небольшим тысяч в Antutu, 8 гигов оперативной LPDDR4X и 256 гигабайт постоянной. Throttling тест на 100 потоков 30 минут проблем в работе под нагрузками не выявил, среднее значение по гипс получилось 209 тысяч. В остальных тестах также все идентично. Такая производительность спокойно закрывает большинство ежедневных задач пользователей, мессенджеры, видео, аудио, соцсети, игры также тянет все, что-то реально тяжелое по графике на минимальных настройках с редкими просадками по FPS. Работают планшеты под управлением Android 14 версии. Функционал и графический интерфейс максимально облегчен, в разделе настройки только самое необходимое, предустановленных приложений нет. Звонить через планшет можно, но для этого нужно будет использовать или основные динамики, или подключать гарнитуру. Запись разговоров отсутствует, как игровой режим, а вот приложение для оптимизации системы здесь появилось. Wi-Fi двухдиапазонный, навигация с поддержкой GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, проблем в работе не замечено, из датчиков это гироскоп, магнитометр, датчики освещенности, акселерометр и появился датчик приближения, которого нет в Pad P2. Вибра бюджетная, обычный моторчик с эксцентриком и с учетом одетого чехла ощущается крайне слабо. Звук стерео, на корпусе 4 динамика, по 2 с каждой стороны, в чехле присутствуют отверстия на тыльной части, которые выполняют роль звуководов, поэтому звучание получается направленное в обратную сторону от пользователя. Звук громкий, достаточно четкий, хотелось бы немного добавить низов и объема. We'll be right back.
Камеры в данных планшетах также абсолютно одинаковые. Производителям заявлен основной модуль на 50 мегапикселей, но это маркетинг. По факту реальное разрешение матрицы 12,5, все остальное получается методом деления соседних пикселей. Все прекрасно знают, что камеры в планшетах рассчитаны в основном на функцию фото-видеовызова, и получить с них приличные кадры не получится. Данная модель не исключение, фотографии получаются весьма посредственные даже днем в условиях хорошего уличного освещения. А в помещениях появляются шумы, смазы и прочие прелести бюджетного сенсора. Видеопланшет снимает максимум в 2К разрешении, 60 FPS нет, стабилизации нет. Камера для селфи вообще на 8 мегапикселей, так что от нее чего-то ждать не приходится. По итогу, на мой взгляд, мы имеем маркетинг чистой воды, когда взяли предыдущую модель, добавили влагозащиту, чехольчик положили в коробочку и продают это под соусом новинки. Из минусов, на мой взгляд, это то, что нет даже копеечной пленки на дисплее, она здесь просто необходима. Также низкая яркость дисплея и автономность. Для рабочего планшета это важные моменты, как и скорость подзарядки. Из плюсов это, конечно же, качественный защитный чехол с удобным поворотным кольцом, который при необходимости можно снять и получить обычный планшет для дома. Есть влагозащита корпуса, которая не зависит от чехла, 90 Гц у дисплея и адекватная производительность. Брать или нет, решаем самостоятельно. Ссылка на официального продавца в описании. Всем пока!